она регулировалась. Передняя вилка не регулируется. Если кто-то знает, как ее регулировать, подсказывайте. Смотрите, я вот нажимаю, просто нажимаю моей ногой в тапке, да, и вот она уже прогибается. Ход вилки, в принципе, достаточно большой для всего лишь электровелосипеда, но она, ну, очень мягкая. То есть, не знаю, я бы не пробовал гонять где-то на нем прям жестко, да. Пружины на вилке никакой нет, ничего нет, просто гидравлическая вилка. Так, задние аморты выглядят, ну, гораздо серьезнее. Я уже чуть-чуть их показывал. Вот, признаюсь честно, люблю кататься на мотоцикле, у меня таких вот штук нет, у меня эндурик простой китайский, но вот на многих байках я видел вот такие штуковины. То есть, я так понимаю, это какая-то регулировка.